Ну, вроде все, да. Так, есть... и что, мы с тобой, получается, будем двумя роботами, да? Да, надо выбираться отсюда, нам надо. Выбираюсь из комнаты. Здравствуйте. Короче, я говорю, тут начал немного, сейчас вот первое сразу откроем, но я больше не знаю, просто вот это. Видишь, на полках вот здесь... игрушки. Вот, где фотка, синий этот есть, синий треугольник. Ага. Вот, потом еще у нас треугольник есть, вот красный треугольник, есть желтый треугольник. Ой-ой, ты меня напугал. Что происходит? Я полку тронул. Да-да-да, вот, есть желтый треугольник и зеленый, а в полку ты, короче, тронул. Здесь теперь, короче, есть мячик. Ты же говорил, что ты только одно прошел. Ну да, но мячик это не решение головоломки. Так, вот. Понятно, ладно. Короче, для тех, кто не в курсе, это такой, это, короче, выйти из комнаты, это квест. Считать, да. Что вы проходите квест и пытаетесь выйти из комнаты с ограниченным временем. 43 минуты, да, у тебя на правой руке таймер. 43 минуты, так, слушай, ну давай решать. Вот, и самое прикольное, что это мультиплеерный квест. Это, по-моему, первый вообще в VR мультиплеерный квест. Да, кстати, по-моему, да. Так, первый, значит, желтый. Подожди, как это делал? Желтый. Так, первый у нас синий стоит. Желтый третий, значит, 3. Желтый третий. Красный 2. 1. Синий. И зеленый 4. А, вот эти треугольнички, окей. Да. Так, хорошо, давай. Здесь у нас лошадка. И колпачок. Колпачок. Колпачки тоже, смотри. У нас, я сюда положу колпачки, тоже мы, считай, с тобой теперь решили. Смотри, поставь решили. Вон. Ну вон, смотри, три колпачка идет у нас, да? 6, 2, 1. И какая, сколько у тебя пуговок на этом колпачке? А у меня 3. Колпачки, да. Значит, 6, 2. Ты что решаешь? 1, 3. Так вот, смотри, пуговки на колпаках. Ну, да, окей. Вот. Так, и чего? Это что, это связано? Да, вот, все пуговки вводим. Нет, неправильно, слушай. Ага. Подожди, 6, 1, 2, 3, 6, 2, 1, 3. Да, правильно? Тихо там. Стучи мне в дверь. Тут звуки такие, да. Да, тут вообще, слушай, это как хоррор. Так. Нет, на нервы немножко действует. Все же должно быть нормально. Смотри, 6, 2, 1, 3. А может, 1, может быть, не все так просто, как ты думал, а? 6, 2, 1, 3. Нет, может, я просто не туда ввожу? Да вроде туда. Подожди, а почему ты уверен вообще, что это так связано? Смотри, вот здесь а ну какие-то как? Ветер, земля, огонь, воздух. И кис. И группа кис, да. Это, видимо, потом. Нет, ну смотри, шляпа – это колпаки. На первом... А ты уверен, что колпаки? Ну, а шляпу ты какой-то видишь? Почему ты уверен, что это колпаки? Может, это что-то другое? Может, реально шляпы? Ну, я шляп здесь больше не вижу. Я, кстати, вот зажигалку нашел, на ней цифра 6. Не знаю, может быть, пригодится. Вот это уже прикол, знаешь, так, подожди, цифра 6, зажигалка, это огонь, а, понимаешь? А, вот, точно, смотри, ага, воздух 9, ага. смотри, воздух 9, вентилятор, воздух 9. Вот, вентилятор, да. Цифра дальше, 9. Так, нам нужна еще земля и вода. Земля и вода. А что может быть за, что может за землю отвечать? Возможно, то, что мы поняшка. Найдем в других ящиках, но я не уверен. Поняшка? Нет, вряд ли. Колпак, мячик. О, еще мячик. Смотри. Что такое? Смотри, зеленый парик, зеленый мячик. Желтый парик, желтый мячик. О-о-о, полегче. Нужно синий мячик найти. Здесь нету так. Двери. И нам нужно что-то, что отвечает за землю и воду. Слушай, а вот это что такое? Это нет, это взять нельзя. Господи, это так стрёмно. О! О, ты взял их? Как ты? Какой хер ты их берешь? Как они берутся? Курком. Они реально берутся, лол? Да. Так что с ними делать? Так, ладно. Давай мы их возьмем и положим. Положим пока на стол. Ничего. Так, слушай, здесь, короче, клоуны, и у них какие-то цифры в столбик под ними идут. Да? Смотри. О. А, и тут вот здесь вводится пароль, прикинь. 4. О, точно. Нифига себе. Только, ну, наверное, как-то он по-другому вводится, то есть, ну, надо понять, как его вводить. Где и 100% клоуны? Связано с клоунами. Нет, я тебе говорю, с колпаками должно работать.
Почему ты так уверен? Потому что я эти колпаки тоже делал. 6, 2, 1, 3. Может, у них какой-то порядок есть? Ну, логично. Может быть, типа 6, 3, 2, 1, например. Почему нет? 6, 3, 2, 1. Нет. Так, а что такое у нас тут? Ничего, ничего. А, подожди, смотри, у нас же это, у нас же эта полка-то пустая, получается, он должен здесь стоять? 3, 6, 2, 1, давай. 3, 6, 2, 1. 3, 6, 2, 1. Так. Так. Слушай, я нашел игрушку, которая на 100% уже будет повесить потом. Что у нас здесь? Еще одна. Еще одна лошадка? Еще одна лошадка. И игрушка. О, смотри. Она к этим подходит. О. И вот эта штука подходит. Вот это вот, смотри, видишь? А ее куда повешать? Ну, блин, хороший вопрос. Хороший вопрос. Так, вводи циферки, давай туда. Иди к этим, а я не... А, вот, ящик, наверное, он. Вводи в этом ящике. Подожди, я не вижу, что ты хочешь, чтобы я вводил? Вон, видишь, у них горят, то есть вот этого два символа яркие, у этого 5 символов яркие. Ты точно это не проходил? Нет. Или ты слишком умный? Нет, я только шляпы прошел и эти. Ладно, да. Ну тут можно подсказки получить, если что. Я просто по подсказкам и прошел первый квест. Окей, ладно, давай. Диктуй, сколько. Нет, сюда, вон в этот, в ящик. Да, наверное. А смотри, ты не видишь символов других нигде? Так, хорошо, давай, попробуем. Так, давай два. 5. Да, ёлки, нет, сейчас. Я а, 6, там 2. Неудобно, да, там. Да, 2. 5. Так, 5. 5. 1. И 3, вроде как. И 3. О. Окей, you done right. Опять лошадка и костюмчик. Так. Слушай, что-то слишком много лошадок уже. И костюмчик. Костюмчик. Воу-воу-воу-воу-воу. Че? Я уже тут это, всю комнату куда-то убежал, короче. Полегче. Слушай, а вот тут можно открыть вот эти ящики? Нет, их нельзя. Пока нельзя. Они вон откроются, видимо, когда мы синий мячик найдем. Возможно. Тут ты, Гриш, ничего, да, открывал? Да, ничего. Подожди, зачем нам вот эта кукла? Тут кукла валялась. Она просто показывала, что это нам кукла здесь. Вот ладно. Это я не знаю. Кстати, вот смотри, ящик с шариками. У нас есть две картины и два гвоздика. На одном 5 шариков, на другом 1. Надо, видимо, найти еще шарики. Вот этот? Шарик вот один. Да, ну, он, кстати, выделяется, но ничего с ним сделать нельзя. Слушай, а вот это вот что за... Может быть, пробить его можно? Нет, нельзя лопнуть. И смотри, у нас есть еще два черепа. Один вон там на кушетке под вентилятором горит с носом клоунским. И вот еще один. Может, они тоже на что-то влияют. Так. А вот этот что за наряд? Давай подумаем, куда его можно? Он как бы с вешалкой, да? Вот у меня тут дверь не открывается, но я могу взглянуть, что там. Там ничего нету. Там нету, да. Я, кстати, проверил. Пустим, ладно. Так, у нас есть 4 лошадки. 2 цифры. Кстати, а вот здесь у нас что? Ну-ка. В том-то дело, что там ничего нету. Нет, ты видишь, вот шарик, смотри. Где? Вот эта дверь, она открывается шариками. То есть подсказки в шариках надо искать, видимо, так? А, ну и как бы пока у нас нету шариков. Ну да, так оно. Пока нету шариков. Слушай, а вот эти вот черепушки, смотри, тут 2 черепа. Вот-вот, я тебе только что об этом сказал. Один череп с носом, а один череп с носом и глазами. И глазами, да. Так, и что значит нет, эти головы? Не вариант. Эти головы... Слушай, этот череп, подожди, этот череп похож на один из этих манекенов. Типа, видишь, они с носиками, и он с носиком. А, ну тут все черепы с носиками. Нет, тут нам точно надо найти третий мячик, синий мячик. Это по-любому. Такие звуки тут эти. Вот эти куклы есть. Куклы вот эти, зачем они нужны? У них вроде как бы ничего нет на этих куклах. Кстати, они по цветам. Они по цветам, слушай, вот клоуны по цветам. А что мы с ними смотрим? Вот эти. Этих клоунов?
космосе. Да, я понял, о чем ты, но у них нет никаких опознавательных знаков. Ни цифр, ничего нету. Синий первый, может, их надо как-то поставить куда-то, я не знаю. У меня лошадка по сквозь текстуру прошла и упала в тумбочку. Хорошо. И чё? Не знаю. Ничего. Там цифры прямиком до 10 просто. Здесь еще... Вот оно, а! Все, нашел? У нас вот две куклы. Ну? Вот у нас две куклы. Вот эти куклы пацанам отвечают. Смотри, зеленая и красная. У них, видишь, количество пуговок. У зеленой две, у красной 5. Точно, нужно еще две такие куклы. Точно, точно. У этих-то точно ничего нету, да? То есть у нас осталось всего по два. Подожди, может быть, костюм это тоже у него нет? Нет. У него нет. Что-то... У него это ничего нет. Куклы должны быть с пуговками. Или тут как-то картинка блюрится сейчас со временем? Да, у меня и подзависать чуть-чуть стало. Это... Ну, у нас было такое в игре, мы когда с парнями из Warcop записывали, тоже так, сначала нормально, потом лагать как-то стало. Забавно. Так, слушай, может быть, ковер не просто так здесь, такой красивый, скомканный, а? Я вот что-то сомневаюсь. А вот эти нижние можно открыть? Ты пробовал? Может, они открываются? Нет. Не открываются. Так. И боковые нельзя открыть, тут не все открывается, и... Че, подсказку не будем юзать пока? Да не, какие подсказки, ты че? Давай по хардкору. Так, я во что-то уперся. Подожди, а лошади у нас, может... Лошади тоже отличаются по цветам, вроде. Да тут такие тут загадки, все по цветам отличается. Ну да, так. Блин, все, слушай. Землю и воду. Что земля и вода? Что может быть земля и вода? Слушай, вот эта штука, смотри, вот эта штука, она была белая. Почему белая? А сейчас-то какая она? Она, белая? Да, а у меня она розоватая какая-то. Ну, мне кажется, это не геймплейная штука. Ну, судя по всему, да, ты прав. Но ее тоже можно выделить, но это, видимо, потом. И вот еще, смотри, здесь какие-то типа фейерверки есть. Вот на этой вот. Где? Вон, здесь. Да-да-да, цвета, это понятно. Так... Блин, вот это вот затык. Хорошо. Лошадки. И почему вот этого она вот так вот, почему она ходит? Че за сраные звуки? Они такие стрёмные, слышишь? Да вообще. Прямо. Ага. Блин, а? Чего мы упускаем? Шарик. С чем тут? Да, костюм. У костюма есть синий, зеленый, желтый, красный. Кстати. Че? Одежда клоуна скрывает много секретов. Следующая подсказка 3000 секунд. В смысле подсказка? Причем есть подсказка? Я сделал подсказку. А, слушай, вот я взял одежду, короче, я посчитал ее эти, посчитал полосы. Потому что, смотри, она только с одной стороны. Раз, два, три, четыре, пять синих. Ага, вот на что. Так, дальше. Раз, два, три, четыре зеленых. Две желтых полосы. И раз, два, три и три красных. Ну? Нет. А чё, как бы, и на ком нет, надо? И чё дальше? Что? Ну, когда я посмотрю. Вот оно чё. Так, на, посмотри. 5, 3, 2, 4. Нет. Зелёных сколько там? Зелёных 4? Зелёных 1, 2, 3, 4, да. Вот оно, слушай. Подсказка была необязательная. 5, 4, потом 2... И потом 3, по-моему, да? Вот. Да! Не обязательно, вот ага. Нет, слушай, так я же как бы нашел эту... Да просто, ну да, просто тут так нарисовано, что это эти как будто какие-то фейерверки. Что там есть? Коняшка и какая-то срань... А, гвоздь! Гвоздь. Проткнуть шарик, наверное, надо. Попробуй. Ну, предположим, давай пробуем. О, последний мячик. И красный мячик. Так, а мячик вообще-то должен быть синий. А вот нихера. Знаешь почему? Почему? А потому что вот эти штуки,
красный первый, потом желтый Леша. Давай, достану сейчас. То есть клоуны это обманка была. Ага, вот ну чё. Так, давай, у нас осталось, у нас еще 8 минут. Вот. Вот они, две куклы эти мелкие. В жопу этих лошадей. Сосуйте себе. Давай я заберу лошадь. Так. А, вот смотри, вот теперь давай будешь сейчас водить этих кукол. Давай. Номера. Смотри, первая какая там, синяя? Синяя. Так, первая синяя, у нее 4 пуговки, давай. Давай, красная. А потом красная, у красной 5. 5. Желтая. Потом желтая 1 и зеленая 2. 6. Во! Слушай, пошла жара. Вот у нас. Вот там вода и камень? Да, вода. Ну, конец, давай. Так, вода 8. Вода 8. Камень дальше 5. Камень 5. Потом огонь 6, 9. Так, точно? Подожди. Камень точно 5? Камень 5, да. Вот на нем написано. Вода 8. Первое воздух 9. Ну, допустим, воздух давай, да. Первое пусть будет 9. 9, 5, 6, 8. Еее. Так. А что открылось-то? Это, вот это. А, точно. Башка клоуна. Одна. Башка клоуна. На, вот эту держи. И рамка давай. Клади. Башку клоуна надо так поставить. Рамка. А куда рамку повесить? Во, она сама повесилась. Огонь. Так, бошки клоунов. Где у нас еще бошки клоунов? А, бошки клоунов, бошки клоунов. Вот здесь, вот здесь. Вот, это головы, это головы. Где? Вот, вот ящик. Да, красный. Давай, вводи. А подожди, а как? Красный? Что, вводи? Нет, шарики. 100% шарики. Клоун должно быть что-то еще. Бошки клоунов. У нас одна, что ли? А, нет, вот у нас еще шарики. Ну там тоже нет, пароль. Вот... Да, и там пароль. А... Нет, похоже на эти, мне кажется. А, красный, подожди, желтый, вот. Синий. Подожди, а я ее неправильно, наверное, поставил. Ее куда-то надо поставить. Потому что здесь карусель. А куда вот тогда мне ставить голову-то эту? Голову. Хороший вопрос. Так, у нас 6 минут, у нас еще есть время. Подожди, нормально. Тут есть цифры. Где? Вводи вон в этот ящик. Давай, жги. 3. 3. 0. Ай, сейчас 0. 2. Так, сейчас, 2. 5. Пятерочка давай, оп. Yeah. Блин, ты нашел цифры. Так, вон они. Нифига себе. Я их не заметил просто. Так, а вот... Шарики, а да? А вот у нас последняя рамка. Давай, буду вводить шарики. Ну-ка. Давай, вводи 4. Подожди. 4. 5. 5. 2, 1. 2, 1. Еее! А, бери лошадку, я не дотягиваюсь. Так, а что надо теперь с лошадками делать? Так, что-то у нас еще осталось? Хороший вопрос. Ну вот мы нашли... Я тоже не могу достать. Сейчас. Вот мы нашли лошадок. Так. А что надо с ними делать? Выкинь пока вот этих, не нужны. Все, выкинуть. Не все лошадки достали еще. Еще две лошадки должно быть. А, не, ну подожди, лошадки, в смысле... Они где-то в ящиках. Вон еще одна, тут лошадка. Вот здесь. Вон там внизу еще. Я тоже не дотянусь. Ну вот лошадки. Че? Вон еще одна. Где? Куда ты полетел? Лежать. Где клоунская голова? Давай я их положу. А почему они улетают? Не знаю. А, аккуратно их ложите. Они текстурку задевают и улетают. Вон одна еще, вот тут. Я не дотянусь. Вот. Где? Вон там. Так, ну допустим. И одна вот тут еще в ящике. Господи, я, наверное, что? Тоже не дотянусь. А, я куда-то уже. Ага. А, я далеко вижу. Ушел, я за пределами трекинга. Вижу, так, за пределами трекинга? Ага. Так. А сколько у тебя камер? У меня 2. Понятно, но для комнаты рекомендуют 3. Не, я ладно. Нормально. Так, а вот раз, это... два, три, четыре. Я понял, лошадку на карусели надо поставить. На какую карусель? А, да ты шутишь. Да нет, ну быть не может такого. Да, вот они встали. Да ты чё? Блин, они гораздо больше по размеру, чем на карусели. Ну да. Так, и последнюю давай. Последнюю давай.
чё? Мы все достали. Но больше я их не вижу. А, вот еще одна. А, это зажигалка, подожди. Это зажигалка. Да вроде все тогда, получается-то, да? Ну-ка, здесь нет лошадки. Да не, вроде все, все эти заняты. Все эти заняты у нее. Все шесты. И что тогда делать? Я не знаю. Но... Пошли, ну, и она не нажимается. Так, ну. Да, подожди. Может, оно как-то решает? А чё? Ну вот ты посмотри, вроде нету ни одного столбика не занятого ведь, да? Нет, есть один. Один есть столбик не занятый. Не занятый один? Да. Чё? Одна лошадь нам нужна еще? Да. Да где мне ее взять-то, а? Почему эти не закрываются? Может вот этих? Нет. Лошадка. Лошадка. А у тебя упала вот же? Вот она, лошадка. Слушай, вот еще одна все, была. Все, нашел. У нас ага. Еее! 2 минуты осталось до конца. Охренеть. Да. Прямо прикинь, как нас пробило. Ага. Так, и че? Ну все, типа, я думаю, мы прошли. Красавчики. Хотя время идет. Ну сейчас надо доиграть, может что-то случится. О, ну что-то случилось, меня в него выкинуло. Да, все, значит. Пока нужно остановиться. Ну да, все. Можно этот самый посмотрим, заедет. Так... Ну я по-любому я хочу пройти 2 остальные. Тут тем более что-то со временем связано прикольно, скорее всего. И одна комната, одна дверь, один окровавленный нож. Что происходит, что произошло прошлой ночью, вам необходимо знать. Но уверены ли вы, что хотите знать? Вам нужно уходить, будьте осторожны, чтобы не произошло. Не нажимайте на красную кнопку.